Французский альпинист Ален Робер, или как его называют «Человек-паук», 28 марта покорил самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Хотя за плечами смельчака больше 100 высотных строений, эта вершина, как сказал Робер, для него самый большой вызов. Фактически, это огромное давление на меня, потому что я знаю, что они установили там все. Это все для меня. Там есть гигантский экран высотой 50 метров и 30 метров в ширину. Я знаю, что все будут смотреть на меня. На самом деле, это большой стресс для меня. Во время своих предыдущих восхождений спортсмен-экстремал часто не использовал специального оборудования. Однако сейчас, по настоянию организаторов, он согласился на страховочную веревку и другое снаряжение. Я знаю, что иногда могут быть некоторые специфические требования. Я могу это понять. Вы знаете, это такое культовое здание, поэтому я могу понять даже при том, что они так заботятся о моей драгоценной жизни. Они также очень заботятся о драгоценном Бурдж-Халифа. В то время как 48-летний альпинист поднимался вверх по стеклянному фасаду, толпы прохожих пытались разглядеть смельчака или заснять его на камеру. Перед подъемом Человек-паук сказал, что будет продолжать свои восхождения до тех пор, пока это будет ему нравиться. Жизнь создана, чтобы дарить радость. Когда я просыпаюсь утром, я думаю, что с наслаждением проживу этот день, потому что это жизнь. Свой подъем на 828-метровую башню Робер завершил через 6 с небольшим часов, как и было запланировано.